Я все равно буду есть давно. Привет, мои хорошие. С вами Селена. Вот, мы решила это пойти. Ой, как при свете дня, какие яркие волосы, вообще красотень. Завожу машинку, решила сейчас походить на прессотерапию. И сегодня солярий у нас, прессотерапия. В общем, засниму, посмотрю, расскажу свои отзывы об этом. Оставайтесь со мной сегодня. Ух ты! Я первый раз в таком. А, это ролики, о которых поговорили, да? Да, это вот тот самый ролик. Ну, а вот попробуйте. Так. И здесь пресс-терапия. О, релакс такой. Лежу. Мои первые впечатления очень неоднозначные. Меня сдавило. Меня сдавило, и я даже не пойму, нравится мне это или нет. Короче, я какая-то немного сдавленная. Ощущения, честно говоря, не из приятных. Да, вначале, в общем, мне кажется, даже что людям, у которых давление высокое, лучше вообще не ходить. Не знаю почему, потому что у меня вроде невысокое давление, но мне в голову так немного, ну, неприятно прям, да, давление это чувствуется. Вот так это все выглядит. Очень хорошо сжимается живот. Ну, честно говоря, не знаю, насколько это все эффективно. Мне хочется что-то другое попробовать. Здесь много разных тренажерчиков таких интересных. И я сейчас хочу еще что-нибудь попробовать. Так ножки сжимают, ну вот живот в основном прям очень хорошо сжимает. Я думаю, что на животе, может быть, эффекты будут от многих процедур. Ну нет, одно и понятное дело. Так, пробую еще ролик, очень интересно. Мне кажется, он эффективный, надо на него походить. Сидим, массируем, а можно ножки? Опа. А можно животом, да? Да, вы присаживаетесь. Класс. Ну что, я решила все-таки пойти, мне эта штука очень нравится, прям мне нравится, как вот ощущает мой живот. Конкретно прям, видите? Поменяла его на то, чтобы он вниз делал. Здесь можно менять скорости. Вот сделаем побольше уже, пора бы. Тут время. Полчаса стоит всего лишь 150 рублей. Можно делать ролик обратно. Но это потом, когда я попочкой сяду туда. Буду попочку и ляжки делать. Смотрите, вообще кайф. Живот аж онемел после процедуры. Все, до свидания, спасибо. До свидания. Фух. Чувствую себя как заново родившаяся. Так, теперь, наверное, мы едем в Мегу. Что могу сказать? Ну, мне понравился ролик. Прессотерапия немного не для меня. Я думала, ощущения будут поприятнее. Они для меня не очень приятные. Ой, я иду в бахилах. Красотка! Сейчас в машине снимут. Оранжевые взяла. Под мой стиль. Ладно. А на вот этот ролик он мне очень понравился. Прям вообще, прям чувствуется конкретно. Вот этот лимфа идет такой, да? Прям вот, я думаю, оно подтянет мне кожу. Ну и другие еще всякие процедуры, которые я планирую делать. Вот мы приехали в Меду, в Мегу. Ну и вот он, мой любимый момент. Вот,
А что, если мне нравится, как в рекламе? Что поделать? Рекламу не берут пока. Значит, надо самой делать эффект. Ой, может мне снять куртец? Точно, сниму, оставлю. Зайдем в мой любимый магазин. Посоветую сейчас... Решила куртку не оставлять, потому что там карманы. Посоветую сейчас с красками. Чудо как. Взяла. Взяла, короче, розовую стельку. Попробую нанести на корни. Ну, со стелькой они тоже не 100% обещают, что может получиться. Но это не тоника, блин, девчонки, честно говоря. Все супер классный цвет. Но когда я пошла, я не сказала об этом, забыла, видимо. Когда я пошла, помыла голову, у меня просто клок волос остался в руке. Такого нет, даже когда я высветляю волосы свои, понимаете? Поэтому я решила брать более интересные вещи. И к ним должны, кстати, бальзамы прийти. Очень крутые, ухаживающие, цветные, розовые. Вот я жду, возьму розовые и буду пробовать тоже. Так что вот, еще взяла эстельку 116. Помните, как-то я красилась перед Новым годом, по-моему? Вы прям все говорили, что за цвет? Я сейчас не покажу, неудобно. Но это 116 в голубой упаковочке эстель. Очень красивый, богатый цвет такой. То есть, если мне надоест уже вот, да, мой розовый, или тонику кто-то хочет смыть, я беру на троечке просто, и все. Надо было спросить полторашку. Может, на полторашке можно? Ладно, потом спрошу. На обратном пути. Короче, в Меге появилась такая тема вообще какая-то. Скачиваешь приложение, потом сканируешь вот такие метки. В них выпадают сундуки, можно выиграть 1000 рублей сразу, там потом 7 апреля розыгрыш. Короче, я думаю, не хочу я запариваться на эту тему. Конечно, халява это классно, но, блин, и так голова кругом. Я всегда с собой беру свою еду. Я как свинья, правда, тут вот села, разлила. Ну, свекольничек, вообще у меня закончилась еда, я пришла за ней, на самом деле, специально. Но я взяла из старой программы, потому что там немножечко неправильно все сделала. У меня остался свекольник и всякие батончики. Вот надо будет подойти в Ашан посмотреть. В общем, я там решила много чего набрать из этой серии. А сейчас борщ, свекольничек. Дорогие мои, набрала, короче. Ну, из еды теперь стало намного проще, потому что я взяла систему Леовит. Я взяла... Вот, смотрите. Вот это моя любимая, которая здесь очень классное меню. И взяла вот такую еще попробовать. Я собираюсь продолжать сидеть, поэтому кофе я взяла в пакетиках и такой. Чай зеленый, черный из этой системы. Короче, кучу всего набрала, потому что мне кажется, что это самое лучшее питание лично для меня. Потому что это быстро, просто. Мне с маленьким вообще некогда готовить. И вообще не люблю готовить. А здесь еще и вкусно. Я даже отдельно набрала эти супчики, которые по-тоскански, с помидорами, крем-суп. Офигенские батончики взяла на перекус. Это если вот так вот я сейчас выхожу. У меня закончилось сегодня один день. Но я все равно по системе питаюсь. Я ничего лишнего не ем. Сейчас найдем. Найдем. Ой, пойдемте туда, вон мальчик. Уже освобождает. Вот, так что взяла еще мере с трусики, потому что не так много вообще трусиков для детей, чтобы там был индикатор. Хотела Либера попробовать, но что-то с индикатором не нашла. Так что если кто-то знает классные трусики с индикатором, то говорите мне. Ну, также смесь взяла. А, и вот такую штуку еще взяла малому. Ну, я где-нибудь в покупочках это покажу. Он у меня сидит, но сам не сидит, он держится, когда сидит. Я думаю, что в ванную ему классно будет такая фигнюшечка. Я его хоть покупаю нормально, не 3 секунды. Кстати, стою и подумала, что написано, что если делать эту систему, это нужно делать 2 недели, а потом обязательно перерыв недельку. Но я все равно возьму 2 пачки, то есть я могла одну взять. Я все равно возьму 2 пачки, потому что я потом все равно вернусь, разгрузочку сделаю, там гамбургеры поем, потом все равно вернусь и... Там много всякой еды вкусной, которую можно вообще растрепать весь пакет и отдельно есть. Промежутки между гамбургерами. Вот. Оставила, короче, тележку на парковке. Это очень удобно. А можно мне еще кипяточек такой же? Чай. Чай без чая. Ага. Вот, сейчас пойду в Леруа. Беру вот так вот, покупаю чай без чая. Кипяток. 29 рублей стоит.
чтобы сделать там свой чай для похудения. Вот почему. Для тех, кто подумал. В общем, вот делаю я чаек свой, похудейка. Взяла две пачки. Один черный, один зеленый. Ну, чтобы дома был именно похудень. Честно говоря, думаю, что особого смысла нет брать вот этого, да. Но это чисто мотивация. Знаете, вокруг все должно быть про похудение. И тогда не забываешь заниматься, не забываешь, что тебе не нужно жрать всякое говно. Но я все равно буду есть говно. Ну, в плане, я все равно буду есть неправильную пищу. Просто в основном в моем меню, конечно, будет полезно все. И вот такие вот, как раз таки вот такой чаечек после гамбургера какого-нибудь. Но один день можно себе позволить. Я не считаю, что нужно прям, знаете, вообще там жесть-жесть. Тем более в моем положении. Вы же видите, что я и так стройняшка. Просто, ну вот чем бы дитя не тешилось, хочу держать себя в тонусе и быть в тренде. Худеют все, худею я. Даже себе некуда. Да нет, ну я не худею, я чисто сушу там пресс, ну вы поняли уже, да? Вот. И чай очень дорогой, стоит 250 рублей, там 20 пакетиков, наверное. А капучино, который я взяла, тоже. Ну вот единственное, что мне нравится в нем, то что оно... после него я не хочу есть, как после обычного капучино. Не знаю, может быть, что-то там для снижения там аппетита, но после обычного кофе с молоком просто жесть. У меня в желудке черти что творится. Я хочу есть, мне плохо, тошнит, там такое все. А вот с этим капучино мне очень нравится и комфортно в желудке. Поэтому я взяла себе его просто растворимый дома. И еще взяла упаковку 15 пакетиков, там на 800 с лишним рублей получилось, но чтобы я могла его с собой брать. Честно говоря, это очень дорого. Вот, но... Ну вот такая. В общем, на капучино сидим. В общем, я довольна, все равно. Хожу мимо витрины, вижу, гляньте, какая штука, блин. Но их уже нет. Джинсовая. Тема. Стоила 5500. Одно радует, что недешево стоило. И еще я зашла сюда и увидела вот такую белую курточку. 2599. Что скажете? Не, ну мне она не нужна, но мало ли, может кто-нибудь захочет. Очень мягкая, кстати. Мне нравится. Бершка. А знаете, куда я еще очень-очень люблю заходить и смотреть? Это мир света. Светлых людей всегда тянет на свет. А может наоборот, черные силы тянутся к свету. В общем, я и не знаю, но мне нравится вот эта вот штука, гляньте. Мне кажется, очень такая стильная темочка. На веревке. Ну, можно самим сделать такое. Просто обмотанная вот эта штука. Да? Висит криво. Для разных лампочек. Вот такая штука сделанная. Мне кажется, это очень просто на самом деле. И вставить туда вот эти патроны. И очень стильно получается. Вот вам идея. Зашла, хотела малому взять на самом деле вот такие вот штуки, видите? Ну, у меня они есть, но мне не нравится, что они выдавливаются, вот эти штучки, потому что маленький их разбирает и в рот сует. А еще зубки появятся, он начнет их растрепывать, так что глотать там можно будет. Вот. Ну, даже такие. Я думала, целиком есть большой какой-то такой вот формат, хотя бы метр на полметра, ну, вот так вот думала. Но если вытаскиваются, вообще не советую. Вот если бы я раньше посмотрела какой-нибудь ролик, и кто-нибудь мне посоветовал, я бы не брала их для дитя. Взяла новый пледик. Типа травка на лето. Стою и вдруг увидела девочку. С синими волосами. А у нее так прикольно сделано. У нее корни фиолетовые, а волосы темно-синие такие. А вон она далеко уже. Видно ее, видите, в бирюзовой курточке. Мне нравится. Может, тоже мне корни захерачить какого-то цвета другого? Может, красный? Какие идеи? Подошла я все-таки к этой девочке, спросила у нее. Хотела попросить ее, чтобы она у нас снялась во влоге, но она говорит, ну, я не очень как бы себя так вот, как бы готова к видео. Так. Мы же девочки все должны быть красивые, да, она говорит, ну так вышло же, да, по делам, в общем, для съемок не готова. Но она сказала, какой краской она пользуется, Эстель, кстати. И вот такая, да, у нее идея, но она хочет больше сейчас фиолетовый взять. У нее прям корни фиолетовые, яркие, но она перед этим осветлялась. Она говорит, что хорошо высветлилась, и вот
яркий такой цвет получился. Я говорю, а Тоника, пробовали когда-нибудь пользоваться? Она говорит, что пробовала, но она как-то портит волосы. Я говорю, вот у меня клок вылез. Но, кстати, надо попробовать все-таки, потому что мне кажется, что вот эта Эстель розовая может взяться на мои корни. Я, короче, на прядке на одной попробую, а потом попробую закрасить все. Вот. Короче, яркие цвета рулят, мне нравится. Очень красиво, очень. Вот этот вот синий, прям у нее бирюза синяя и фиолетовые корни, блин, меня впечатлили. Могу пройти мимо и не посмотреть. Смотрите, какие платьюшки в Заре. А вот. Короче, Зара готовится к лету. И еще пока шла и думаю, а если даже я покрашусь и стелью, чисто корни покрашу, и будет немножко другой оттенок или другой цвет, это же прикольно тогда будет, чисто корни другого цвета. Я такая раз, и как у девочки, к примеру, ну просто у меня оттенки разные. Я не знаю, смотри, как она меня вдохновила-то, а? Ё-моё, время-то сколько? Охренеть, 20 минут 9, вот я гуляю. На самом деле, меня больше всего радуют покупки для малыша. Это вот эта вот сидушка такая, я сегодня буду ему ее испытывать. Трусики новые, мне так нравится ему одевать, вот это все дела. Короче, себе покупки уже не так радуют, как малышу. Ну, потому что это твое, все равно себе считай. Все, домой, поехали. Ой, сейчас кушаю. Ой, набрала целую кучу просто. Вон, две программы, кофе такой, капучино, хлебцы, такие батончики. Короче, кучу всего. Малому набираю ванну. Сейчас будем испытывать нашу новую штуку. Ждите, расскажу как. А, еще хотела сказать, что после этого... После тренажера этого ролика у меня безумно болит живот. Я, видимо, на живот насела. Вот знаете, как после антицеллюлитного массажа. Вот такая вот боль именно кожи. Так, ну что, пора с вами прощаться. Значит, отзыв об этой штучке. Нам она еще рановато, потому что мы нестабильно сидим. Он так немножко сбоку, там немножко это. Но если он вперед наклоняется и за нее держится, то нормально. Но все равно, как бы, мы не покупались долго, все очень быстро, что он начал там хныкать. В общем, надо ему стабильно сидеть, чтобы она вот как бы как ограничитель такой вот была. Пусть будет на вырост. Все, маленький уже спит, я уже поела. Взяла нежирную рыбку, сделала себе треску в Ашане. Так что буду наслаждаться своими всякими напитками вкусными. Ну все, с вами прощаюсь, до следующего влога. Это что касается влогов, а так каждый день видео. Все, целую вас.